Всем привет! Сегодня сделаю очередной обзор очередной интересной гири. Вот так она выглядит. Интересная форма, очень интересная. То есть это не шар, а какая-то, я даже не знаю, как ее назвать-то. В общем, на видео, думаю, будет видно, как эта форма. Немножко похожа на старинную, конечно, но это не старинная, это самодельная гиря. Отличается тем, что у ней маленький и узкий просов, достаточно толстая дужка. Ну и вот очень ровная донышко. Сделаем обмеры. Ширина просова 9 сантиметров, 90 миллиметров, и высота просова, ну тут получается у меня что-то чуть больше, чем 40 миллиметров, 40-42 миллиметра. Ну видно, что просов, в общем-то, невелик. И диаметр дужки померим опять же сантиметром, где-то 121 миллиметр у нас окружность, что соответствует примерно 40, около 40 миллиметров диаметра дужки. Учитывая такой просов, конечно, я даже пробовать не буду. Видимо, что стандартный жим с этой гирей практически невозможен, очень сильно будет выламывать маленький узкий просов. Но в то же время эта гиря очень удобна для жимов на попа, ну и соответственно на ладони. Достаточно толстая дужка, невысокий просов, узкий просов, и сама гиря, в общем-то, приземистая. На попа она очень неплохо будет смотреться. Я имею в виду результаты с ней. Вот сравнение с стандартной гирей. Гиря это весит 46 килограмм, я сейчас весим в конце. Вот стандартная 32 килограмма. И вот эта гиря, как я уже говорил, 46 килограмм. Она цельнолитая. Я, по крайней мере, не обнаружил никаких отверстий в ней. Ну, вот заметна разница. Ну и теперь взвешивание. Ноль. И наша гиря. Ну, сейчас показала 45 700, но у меня было раньше 46. Ну, где-то 45 700, около 46 килограмм. Вот такая интересная гиря.